пацаны, кстати, что-то пасмурно стало, вам не кажется? Да-да, погода капец просто ухудшилась. Облака, смотри, какие. Ну мы уже, кстати, почти на месте, смотри, я уже вижу колесо обозрения, то самое легендарное. Да, легендарное. Все, погнали быстрее. По новостям показывали. Так, капец, пойдем, здесь, конечно, руины в этой Припяти, да? Смотри, все заросло. Выросли, смотри. Все дома какие-то гнилые уже, ржавые, старые. Сколько они лет-то уже стоят, да, понимаешь? 30 лет или даже больше. Да где-то так примерно, да-да-да. Так. Офигеть. О, здесь так, вообще люди, что ли, не живут? Ну, только если в деревнях, знаешь, поблизости. А, которые а поблизости, они... понял. Да, потому что там радиации не особо а много. А бандитов никаких тут нету, надеюсь? Да вроде не должно быть, это... А ну да, здесь военные, город. Здесь же военные должны быть. Только надо остерегаться военных, ты понимаешь? Смотрите, смотрите, кто же, это? Кто? Это, походу, какой-то бандит лежит. Да-да-да-да. Смотри, у него пистолет. Ой, возьми его. Это, походу, какой-то пьяный. Он мертвый или он живой? Он живой. Он живой. Какой-то пьяный мужик. Походу, бандит какой-то. Стоп, что это за звуки? Смотрите. Да-да-да, листва и клесо. Да-да-да. Походу, смотрите, это бандиты, О! Не стреляйте, пожалуйста. Не стреляйте. Так это предатель. Я это к вам привел, забирайте. Не надо. Вот ты это гаденыш, не блин. Вырубайте их. Где это мы? Что вы от нас хотите? Что вообще происходит? Просто убивайте, он нам не нужен, а с этими двумя оставшимися я сам разберусь. Нет, не надо! Капец. Они его убили, ты понимаешь, Миша? Ё-моё. Да, они его убили, жесть. Капец. Что вы хотите от нас? Что вы от нас хотите? Что мы вам сделали? Следующее вы. Что вы тут забыли? Ну, мы прибыли сюда посмотреть на Припять, на Чернобыль. На колесо обозрения. На колесо обозрения хотели покататься или просто хотя бы посмотреть. Я им не верю, это шпионы в камеру их. Мы не шпионы, нет, нет, нет. Мы не шпионы, не, мы не шпионы. Нет, нет, нет. Не надо с нами ничего делать. Ай, голова болит. О. Просыпайся, Миша, давай, поднимайся. Да, что? А, куда вы нас привели? Что вообще происходит? Что тут происходит? Что вообще происходит? Зачем вы нас сюда посадили, в эту камеру? Капец, посмотри на эту камеру. Вся она какая-то ржавая, грязная, вся в крови. Да, фу, да, ну и да. Вонище здесь, ужас. Фу, очень блин. Очень сильно воняет. Либо работаете на нас, смотри, либо смотри, что-то они нам говорят. Да. Либо да, работаете да. на нас, либо мы вас убиваем. Хорошо, мы согласны на вас работать. Мы что нужно сделать? Мы согласны, что надо сделать? Что нужно делать? Только не убивайте нас. Какое-то задание, что ли, выполнить надо? Или походу, что, да. Вообще. Блин, нашего друга убили. Тут проводник, да, я и говорил, какой-то он подозрительный. Ты сказал, нормальный. Все они тут такие, в этой Припяти. Смотри, там что-то обсуждают. Мы да, решим и да, придем да. сюда. А, они, походу, хорошо. Решили задание какое-то для нас дать. Да, придумать, либо дать. Все, они ушли. Быстрее, иди сюда. Смотри, ну-ка, что ну-ка, у меня есть. Ну-ка. Пистолет себе. Да. Помнишь того бандита, который валялся пьяный? На колесе, в колесе что обозрения, ли? да. Я у него забрал ли? Пистолет. Он, короче, просто был хламину пьяный, и он даже ничего не мог сказать этим бандитам. Нормально. Давай, короче, знаешь, что они сейчас вернутся к нам, мы их вырубим, перестреляем, отсюда убежим. Короче, кстати, смотри, идея, я валю слушай. Первого, забираю у него сразу же пушку, вали второго и валим отсюда. Окей, я там видел, машины во дворе у них стоят. Надо отсюда выбираться. Все, больше я в эту Припять просто не ногой. Все, надеюсь, ты план понял, да? Да. Действуем по нему. Тихо, бандиты идут. Тихо, там слышу. Все, я спрятал пистолет. Так, они тут уже, тихо. Пройдемте за нами. А что это у нас здесь, смотрите, в этой комнате? Да, посмотрите, видите? В углу, пожалуйста, что там. Убивай, давай. Все, бери пистолет. Еще один. Воу, тихо, перезаряжаюсь. Давай. Вали его, вали. Стреляй. Все, валим отсюда. Быстрее. Еще один, смотри. Так, убил его, есть. Еще слева. Все, бежим. Быстрее. Побежали. Давай. Они сзади. Плохая видимость, давай, видишь? Давай. Сюда, смотри, кто все, это? Прячься, быстрее. Все, вроде нас не видно. Да, спрятались. Так, все, вроде Тихо. А ты кто? Ты вообще кто такой? Да, ты кто такой? Так, тихо, они пробежали. Тихо, вроде нас не видят. Да. Они, походу, подумали, то, что мы в город пробежали, да? Да. Фух. Вообще, кто ты такой? Ты наш друг, я что ли? Кто ты такой? Я да, сталкер. Слушай, это один из сталкеров, я понял. А как ты здесь оказался? Оказался. Как ты здесь оказался вообще? Он говорит, да, то, что проследовал за нами.
видел то, что нас присанули бандиты. О, смотри, бандит. Бандит, тихо. Так. Да, давай пошумим. Так, он услышал. Он заходит. Спрячься. Он заходит. Так. Отрубаем его, давай. Все, отрубил. Все, молодец. Короче, предлагаю, знаете что, давайте мы, в общем, машину украдем у бандитов. Я там видел джип, у них есть на ходу. Давайте, короче, попытаемся на нем уехать. Готовы? Так, все, не стрелять по кому. Давайте по стелсу. Да, по стелсу. Погнали. Пошли. Так, все, тихо. Видите, сегодня очень плохая видимость. За деревьями прячьтесь. Не видно нас пока. Сталкер, за деревьями прячься. Тихо. Вот за машину бежим. Да, за машину, быстрее, пока нас не увидели. Нас не видно. Фух, все, тихо. Там справа, смотри. Нет, джип очень опасно. Там, видишь, там бандиты. Там еще бандиты. Все, прикройте, я машину сяду. Тихо. Прикройте я машину. Запрыгивайте, давайте. Давайте, сейчас запрыгну. Нас засекли, быстрее, поехали. Давай. Отстреливайся. Так. Едем. Садись в машину. Давай. Чувак, все, отстреливайся, едем отсюда. Отстреливайся. По колесам стреляй, джипу. По колесам. Давай. Вот здесь мы, кстати, скрыться можем. Офигеть, да. Вот видишь? Так, сейчас. Проеду. Давай, тихо. Стреляй. Они там не могут проехать нормально. Еду. Машина очень старая, ржавая. Она еле просто едет. Давай. Там колесо прострелили. Хватит, быстрее. Они за нами. Налево. Прострели колесо. Подожди. Знаю. Колесо. Здесь налево. Здесь можно скрыться. Давай. Машина вообще почти не заворачивает, ты понимаешь? Но... Практически не заворачивает. Давай сюда в дом. Быстрее. Да, давай. Нужно давай, скрыться. Так. Все, валим, быстрее. Все, валим. Сюда, куда-нибудь. Давайте. Наверх. Давайте. Все, тихо. Они не знают то, что мы здесь. Все, спрячемся, давайте. Где сталкер? Давай быстрее. Все, они не знают, где. Так, я уверен, сейчас бандиты пойдут проверять эти дома, так что ждем их. Спрячьтесь. Я слышу бандитов, мне кажется, внизу. Так, готовься. Готовы? Готовься. Так, давайте я дверь открою. Так. Открывай. Готовы? Они идут, идут. Они идут, слышу. Я их слышу. Вот они, стреляю по ним. На. Их там очень много. Назад. Сталкер назад. О, их там очень много. Сталкер назад. Ты что такой дерзкий? Назад. О, чуть не убили. Убили. Еще один. Офигеть. Еще один идет. Сидите. Давайте валим быстрее отсюда. Так, через балкон. Давайте. Давайте. Сюда. По карнизу. Быстрее. Давайте. Так. О, все. Спрыгнул. Давайте, быстрее. Так, вижу бандиты. Я их обошел. Стреляю по ним. Так, перезарядка. Перезаряюсь. Давайте на их джип. Давайте быстрее на их джип. Давайте. Так. О, все, сел. Сталкер, давай быстрее прыгать. На крышу залазь. О, стреляй по ним. О, уехали. Офигеть, вот это реально ложки просто эти бандиты. Нам колесо, кажется, прострелили. Еще один с автоматом. О, так, направо, сюда. Лучше направо. Да, давайте, в лес. В лес. В лесу мы сможем хотя бы спрятаться, нас не видно. Все, они нас, кажется, не видят, стреляют просто да, на обу. Они, походу, нас не видят. Фух. О, смотрите, какой-то дом здесь стоит. Так, дом какой-то. Давайте здесь остановимся. Живет. В смысле, тут твой друг? Серьезно? Серьезно? Второй сталкер? Давайте быстрее. Сюда. Так, заходим. Давайте сначала осмотримся, так, подождите. А где он? Он спрятался, что ли, где-то в этом доме? Понятно, давайте его найдем. Давайте найдем его. Так, здесь вроде никого нету. Здесь тоже, да, так, никого так, нет. Давай, выходи. Походу он здесь. Да, все, открывай дверь. Открывайте дверь. Тихо, вот оно. Тихо. Мы свои, не стреляй. Мы свои, не стреляй. Друзья. Мы от бандитов убежали. Это твой друг, да? Вы кто? Мы, короче, с твоим другом приехали. Мы от бандитов спаслись. Где ваша база сталкеров-то находится, мужики? Отвезите нас туда. Да, отвезите. Есть такая база сталкеров, да, или нету? Есть такая? Деревня новичков, ага. О, ну давайте туда поедем. Поедем. Давайте сначала отдохнем, реально, капец, что-то да, я устал. Отдохнем, потому что как раз кровать более-менее есть. Да. Может, в другую комнату пойдем с тобой, потому что они... Да, давай в другую комнату. Давай, пойдем в другую комнату с тобой. В этой тоже, смотри, кровать есть, давай здесь тоже отдохнем, вместе. Давай. Сейчас, короче, давайте мы отдохнем и завтра утром отправляемся. О, кошмар опять приснился. Да. Подъем. О. Мы уже встали. О, мы уже встали. Да. О, все.
Ну что, отправляемся на вашу базу сталкеров, да? Хорошо, погнали. Да, поехали тогда, поехали. Так. О, смотрите, солнце сегодня. Нифига себе. Солнышко. Нормально, кстати, сегодня. Где находится эта база? Какой стороне? Короче, давайте, говорите путь, я туда поеду. Да, прыгайте, прыгайте, давайте быстрее в машину, прыгайте, в машину. Прыгайте, давайте, давайте. Так, оп, куда, налево, так. Направо? Направо, да, вроде? Так, направо, да, говорят направо, направо. Окей, поехали, давайте, направо, поехали, направо. Поехали, поехали. Топлива, кстати, довольно-таки у нас мало, так что придется экономить. Фу, ну все, вроде мы поднялись, да, офигеть. Во, все. О, вот, вот мы и прибыли. Это деревня сталкеров, да, это она и есть? Да, вроде хорошо. Она есть. О, смотри, сталкер так. Какой-то. Да, сталкер. Так. Идем. А куда вообще нужно идти? Костер, смотри. О, смотри, сталкеры, да, возле костра сидят, какие-то песни орут, истории рассказывают. Да, гитары, истории, блин, я бы куда вообще идти? К Сидору. К Сидору. А кто такой Сидор? Находится? Кто это такой вообще? Так, о, смотри, смотри, написано Сидорович. Да, Сидорович, ну заходим, давай к нему, давай, быстрее. Давай. Так, вроде прибыли. О, так, смотри, так, прибыли. О, все, прибыли. О. Добрый день, это вы Сидорович, да? Говорят, что это торговец. Да, это он. Это торговец. Так, ну в общем, мы новенькие сталкеры. Что нужно сделать? Сталкеры. Мы вообще хотим как бы с вами тут на вашей базе жить, выполнять там всевозможные задания, вам помогать. Идите к волку, он даст вам задание. Хорошо, мы поняли. Хорошо, мы вас поняли. Все, доброго вам дня. Так, доброго дня. Кстати, может, давай товары у него посмотрим, он же торговец. Давай. А какие у вас товары? Можете показать, что у вас есть? Смотри, он дал нам список. Да. Нифига себе. Смотри, какой-то экзоскелет. Экзоскелет. Почти 50 тысяч стоит. Офигеть. Офигеть. А у нас сколько? У меня 10 рублей в кармане. У меня 600 рублей есть. 600 рублей? У меня вообще 10 рублей все в кармане. Капец. Ну все, погнали к волку. Ладно, погнали. А где волк находится? Волк, подскажете? Вот на 500. О, спасибо, спасибо. О, слушай, а ты можешь, знаешь, что купить? Что? Винтов купить и аптечек. Да, вроде нормально, потом давай лучше, давай все потом. Давай потом, да. Где находится волк? Отведи нас к волку. Давай, давай, пошли наверх, пошли наверх. О, все, поднялись, поднялись. А где находится этот волк? Кто это вообще такой? Где волк? Можете отвезти к нам его? А, походу, вот это он. Добрый день. Вы волк, да? Мы, короче, от Сидоровича. Это я. Мы от Сидоровича. Сказали, какое-то задание у вас есть. Что нужно вообще сделать? Вот вам задание. Убейте 10 собак-мутантов и приходите ко мне за наградой. Хорошо. О, а где эти собаки-то находятся? Где собаки? Ты знаешь, Миша, находится где? Не, я не знаю. Я не знаю, я вообще нигде мутантов не видел. Только бандитов мы видели. Поблизости. Хорошо. Ну тогда ждите, мы в скором времени к вам вернемся. Просто убить их, или еще надо что-то у них забрать, хвосты там, или какие-нибудь когти. Или может голову нужно отрезать, или лапы, что-нибудь, да, нужно, короче, вам принести, подтвердить. Хвостов. 10 хвостов. Хорошо, мы поняли. Понял. Мы вас поняли. Все, тогда отправляемся. Ладно, пойдем выполнять. Так, кстати, где твой пистолет? Ты его что, в доме забыл? Ты его в доме забыл. Ладно, у меня два как раз есть. На, бери один. Ну так, спасибо. Все, короче, давай, погнали. Погнали тогда, погнали.